для тебя не осталось. Всем привет! Донолог, вы на канале Владислава Завгороднева. Мы только что сняли клип на песню «Ебой». Сейчас мы будем его монтировать. А в начале клипа вы должны определить, в каком из частей там звучит колонка. Итак, объясняю. Надо понять, в какой части колонка звучит, а в какой нет. Подсказка будет территория. Подумайте сами. Если вы живете в своем доме, то подсказка... Если вы живете на улице мира. Разница. Я тебе говорю не про где мы живем, а по помещению. А то не видно, что это улица. Подъезд – это место общее, а улицы нет. Поэтому думайте. Да, и еще я хотел вам сказать что-то. Я хотел вам сказать, что наш канал на Ютубе, Владислав Завгородний, очень падает, поэтому поддержите его подпиской, а иначе группа распадется, и группа «Новое время и стекло» больше не будет. Так что лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и смотрите клип «Ебой» сегодня в 15:00. Всем пока! Это колонка, самая лучшая джибель, только палёнка. Там и вот её со всех сторон, вот тут она сейчас выключена. И по мартини, и по машине, кто нас заплатил за счёт? А колонка? Разноси нас по углам громким смехом. Как мне это все надо ехать? 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 Как мне это все надо ехать домой? Как мне это все надо ехать? Как мне это все надо ехать? А когда приедешь ты домой, будешь думать обо мне. Ебой. Пальцами сжимаю платье в темноте буду ночью на кровати о тебе думать не советую, запах двигать из рукой. Ебой, рядом с тобой не могу быть собой. Ебой, 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 ебой. Yeah, boy, yeah, boy, yeah, boy, yeah, boy. Okay. Тише. Больше денег одного. Я стою, втыкаю, протыкаю каблуками пол. Ини, мини, мани, мо. Больше денег одного. Я вообще сюда случайно подошел. Это или ты, или фотошоп. Как мне это все надо ехать? Как мне это все надо ехать? Ага. Как мне это все надо ехать? Как мне это все надо ехать домой? Ага. Как мне это все надо ехать? Как мне это все надо ехать? А когда приедешь ты домой, будешь думать обо мне. Ебой, ебой. Пальцами сжимаю платье в темноте буду ночью на кровать о тебе, думать представлять уже, прикоснись рукой. Ебой, не люблю тебе подарить, ну. Рядом с тобой не могу быть собой. Ебой, ебой.